Если бы вас нет, я могу понять, что вы либо потеряли результаты, либо что-то парит на этот ролик, там ранили или еще что-то. Я понимаю, что я сам. Я говорю. Прокачан скил. Так, давайте кроссить. Второй прием. Когда нам нужно остановиться, да, он говорит, что он пустой или у него какая-то проблема. Он падает вниз на колено. Я стою сверху. Он решает свои проблемы, перезаряжается, либо устраняет задержки оружия. Я занимаю его позицию. Этот прием больше подходит для тогда, когда у нас спокойная ситуация, и мне там просто надо контролировать там коридор или какую-то узкую улицу. Да? Постои, постои. Отстал. Хорошо. Спасибо за внимание. Бачу, не чуваю, не забуваем про це. І руку покласти ще можна на живіт. Ну, можна на курточку вам. Не залазить. І смотрите вдоль груди, а не туди. Вдоль груди зразу. Правим ухом. Якщо з цієї сторони. Він же ж його придавлював. Ви ж чую, бачу, відчуваю. Сначала то есть на шее, там ямка такая есть, и снизу солнечного сплетения есть ямка. И между ними находится сердце. Да, сердце чуть-чуть расположено в левую сторону, но оно находится почти в центре.